бессмертен будет. Пойдет греметь из рода в род, его и правнук не осудит. Мы в предпоследнюю войну бок о бок с новыми друзьями пойдем в чужую страну, да будет память близких с вами. Мы поздравляем вас 72-летием, 360-й, 108-й, дважды краснознаменный Невельской дивизии, которая начинала свой путь в битве под Москвой и закончила в Афганистане, где воины исполняли свой интернациональный долг. В нашей школе есть музей, посвященный Невельской дивизии. Почти 40 лет существует этот музей, и все это время дружба с ветеранами этой дивизии является неотъемлемой частью воспитания наших школьников. Сегодня, поздравляя вас, мы хотим исполнить песню, посвященную Невельской дивизии. Слова песни прислал нам один из ветеранов этой дивизии в 1984 году, а музыку написала ученица нашей школы. Называется песня «Невель».